Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Синупрет. Синупрет выпускается в виде дрожжей, а также капель для приема внутрь. Активные вещества дрожжей Синупрет – это корень горячавки, цветки первоцвета, трава щавеля, цветки бузины, трава вербены. Синупрет относится к комбинированным лекарствам, которые применяются при простудных заболеваниях. Растительные ингредиенты, входящие в состав препарата, помогают разжать мокроту, а также имеют противовоспалительный, противоотечный, противовирусный и иммуностимулирующий эффекты. Активные компоненты синупрета угнетают размножение вирусов, которые обычно поражают дыхательные пути. Под влиянием компонентов препарата синупрет устраняется заложенность носа. Также применение способствует повышению эффективности лечения антибиотиками. Синупрет дрожже показан к применению при хронических или острых воспалениях придаточных пазух носа, которые сопровождаются образованием вязкой слизи. Применяют дрожже, глотая целым, запивая достаточным количеством воды. Стандартная доза дрожже синупрет для взрослых пациентов по 2 дрожже 3 раза в день. Для детей школьного возраста по 1 дрожже 3 раза в день. Лечебный курс обычно составляет 7-14 дней, если врач не предписал иначе. Если симптомы болезни сохраняются больше 7-14 дней или же повторяются периодически, нужно проконсультироваться с врачом. Противопоказаниями является непереносимость активных веществ препарата. Также нужно осторожно применять людям с сахарным диабетом, так как там содержатся усваиваемые углеводы. Препарат Синупрет не влияет на способность к вождению автотранспортом или управлению механизмами. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.